осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Чёрт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры - братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Свет выбираться. Пробей служебное помещение. Что случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артём, стой! Пригнись! Стража! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Если заметят нас, разорвут! Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно.
Попробуй открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-16. Что за вспышка была? ЧП. Спроси! Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! О, господи! Андрюха, помогай! Да что же ты творишь? Не пашет, планирую! В руки себя возьми! Давай, давай, запускай! Трогай, не запускай! Давай, твердый! Уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Справа! Скорее!
Давай сюда! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! На! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Открывайте! Скорее! Чего так прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать.